Домашняя овца, горный баран Архар. Отдаленная гибридизация, скрещивание особей, принадлежащих к разным видам, а иногда и разным родам. При этом методе селекции потомки скрещиваемых видов в большинстве случаев оказываются бесплодными, как, например, гибрид зебры с лошадью, зеброй. В интересах повышения мясной продуктивности и стойкости к заболеваниям бизона скрестили с коровой серой степной породы. Уже в первом гибридном поколении были получены самки, способные давать потомство. Дикого яванского быка бантенга скрестили с красной степной коровой, чтобы повысить жирность молока. Гибридные животные обоих полов могут размножаться. Отдаленная гибридизация широко используется и в растениеводстве. Перед вами гибрид яблони и груши, айвы и яблони. Ржано-пшеничный гибрид тритикали районирован как сорт –